лично. Вот про эти показания, чтобы вы увидели законы, вот именно закон. Если представить, когда вот вы тратите большие физические силы, а если человек еще уставший или он не в состоянии, по каким-то причинам, он не выполнит его. Пожалуйста. То есть, программа «Сергея» через очень большую физическую нагрузку поставит и перепроблемы работы в этой ситуации. Он уже, использование моментов инерции, мы используем скорости, которые здесь наблюдаются, и масса срабатывает против того, кто начинает реакцию. Посмотрите, какого движения достаточно для своего. Значит, посмотрите, я чуть-чуть утончу немножечко вот здесь момент этого показа. Почему мы специально хотим показать? Вот смотрите, присел, вот этот товарищ, присел, руки чуть-чуть в сторону, увеличивается плечо, фиксируется с одной стороны то, что было представлено на доске, и другой начинает разворачиваться. Присели, пожалуйста. Масса тела получила смещение, плечо возросло. А крутящий момент шнека, то есть я не буду уже так этим языком разговаривать. Вы просто... Это будет и с оружием, и без оружия. Устойчивость, устойчивость, и еще раз устойчивость решает исход. На нее вам будет внимание. Если присядет, будет удар. Сейчас мы продолжим немножечко этот показ. Вот, так сказать, говорит из оружия. Сережа, пожалуйста, поработай на восток, это у нас очень хороший бывший терапист, потом сам приучился, так сказать, в своих проблемах. Саша, пожалуйста, покажи элементарную защиту, вот, чтобы вы видели, так сказать, способы работы с восточными удалочками. Ну, в общем, не очень получается. Не встречать силу на силу, зачем бить вот в эту как раз стену, а ее встретить под острым углом и силу направить по каким-то углом и приложить ей направление, решает исход. Это обозначение удара, чтобы не бить, вы понимаете, так сказать, иначе мы просто не будем отрывать. Пожалуйста, правая нога, правая рука, положение. Сложение скоростей и управление, как мы на транзисторе, когда видим, или на электронной лампе, на сетку, что мы подаем, на базу транзистора, что мы подаем, из коллектора или санода лампы, что мы снимаем, это подобие, неремонтируемые часы, электронные, кувалды, зубила. Ну и старый казахский прием, так называемый пластунский подкат, очень красивый. Даже если мы встречались с китайцами гораздо раньше, в общем-то. Смотрите. Обратите внимание на пяточку, то есть где срабатывает? Тут маленький, маленький штрих, который мы говорим мелочь. То есть достаточно эффективные и галиосредства. Видите, всего-навсего одного движения достаточно, чтобы сложить силы, перенаправить их, использовать руку как редуктор и за счет его силы довести действия. Разложение сил на составляющие и выполнение, понимаете, того, что необходимо. Одна физика и механика. Все описано, только взять учебники. Но мы, к несчастью, вот это, может быть, кто-то не делает. Каждый топ соответствует удару противника.